Мы сегодня находимся в экспрессе города Богородицка, улица Урицкого, 25. Девчонки, я сегодня посмотрела здесь, сейчас покажу вам. Мне понравились вот эти вот. Смотрите, какие красавицы. Красивые носочки, но цена, конечно, 77 рублей с 23 по 25. Смотрите, поросеночек. Грюндичек маленький такой, красивый. Это производитель у нас, Московская область, ООО «Мираж». Так, состав я вам не сказала. Так, хлопок 75%, эластаны 5%. Вот такие носочки, может, кому-то нужно. Посмотрите здесь. Мужские, женские, смотрите. Наши носки женские, вот такие бесшовные. Вот они, смотрите. Такие красавицы. Такие, как шерстяные. Ну-ка, состав сейчас почитаем, что там написали нам. Шерсть 50%, девчонки. Здрасте. Да, здрасте. Вот он, смотрите, состав. Сейчас я наведу получше. Вот она, состав. И цены нет на них. Да. Так. Эти шапочки, я уже говорила о них. Вы их видели в прошлых видео. Так, пойдем посмотрим, что дальше. Носочки меня заинтересовали. Состав 50% ангора и 30% шерсть. Вот такие 77 рублей, девчонки, цена этих носочков 77 рублей. Цветки вот такие разные там, расцветочки. Так. Везли, девчонки, прям для детишек, двойные. Смотрите, так, а цена, цены нет, не знаю. Так, состав. Что у нас тут по составу? Вот он состав. Так, 29 акрил, 40 полиамид, 2 эластан и 2% вискоза. А производитель у нас кто? Китай. Да, вот такие красивые перчаточки. Вот такие варежки красивые. Для детишек разного цвета, и для мальчиков, и для девочек. Смотрите, там вот такая вот, так, цена, что тут производитель. Тоже, я думаю, у нас Китай. Так, состав у нас 23 акрил, 19 шерсть, 4 полиамид, так, 1% вискоз, внутренний слой, ага, 100%. Вот такие, смотрите, оригинальные, красивые. Ой, красота. Так, скоро зима, так что во всех магазинах намного дороже, небось. А здесь за копейки, за 70 каких-то, небось, 77 рублей. Не может они, 199, правда? Вот они, гляньте. Да я сейчас спрошу, сколько они стоят, девчонки. 109 это... И это 99. Все они по 99. Девчонки сказали, раз цены на них нету, значит 99. Вот такие. И коричневые есть. Так что приходите, выбираем. Если кому-то надо, необходимо. Так, такие же носочки детские здесь. Шапочки. Смотрите, шапочки какие красивые. 77 рублей. Вот они, шапочки. Ой, красивые, смотрите. Смотрите, какие красивые. По 77 рублей. Вот они, смотрите. Так, это уже боксер для мальчиков 55 рублей. Шапка детская 50 рублей. Вот они. Так что цены разные, девчонки. Такая подставочка приехала в двух цветах. Для ножей. 99 рублей. Так. Фирма Kitchen. Так, состав. По
полипропилен. Китай. Сейчас я покажу, как будет смотреться. Так смотрится, если туда вы ставите ножик. И быть несколько. Ну, конечно, здесь она такая вот, видите, вот, болтается. Ну, может, это просто такой нож? Не знаю. Так, наборчики. Нет, это вот такие чайные ложечки. А это что у нас тут какая-то? Вот, попали сейчас мы. Дуршлаг для крупы. Смотрите, вот так вот, да? Вы туда закладываете уже сваренное что-то у вас. Потом вот так накрываете и переворачиваете. 99 рублей производитель у нас. Сейчас посмотрим, кто. Так. Москва, мне кажется. Москва. Вот такой дуршлаг. Приятного цвета. Такой здесь плотный. Ну, не знаю, как крепление надолго. Они хватит вот здесь эти. Вот такой красавец. К нам приехал. Новиночка. Экспресса. Вот видите. Один в один вкладывается. Вот так вот. Вот такие девушки. Смотрите, какие красивые у нас коробочки, емкости на 1,9 литров, 55 рублей. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, как она открывается. Как она открылась, как она очень плотно закрывается. Очень хорошо, девчонки, закрывается пластик. Да. Прикрыла. Видите? Очень плотная крышечка. Очень плотная. Такая красивая. Так, ну, наверное, опять. Так, кто у нас производитель? У нас Московская область, Егоровск. Вот такие расцветочки. Так, ну что еще? Все здесь. Пойдемте дальше смотреть. Привезли вот такие ИСФА для выпечки, прямоугольные 32 и 5 сантиметров кичен. Вот эти. Так, никто не берет ковши, никто не берет эти. К ним приехали, вот они, для них крышечки. Девчата, крышечки нормальные. Это для ковша маленькая и большая для... уже кастрюльки. Крышечки 77 рублей. Вот они. Нормально. Сейчас мы одни покажем вам. Вот так. Вот, смотрите. Так. Так что можно крышечку купить отдельно для чего-то. Так. Еще приехали вот такие набор. Такой наборчик. Сейчас посмотрим, куда поставить. Так. Угу. Наборчик, чашечка с карандашом и держателем 350 миллилитров, 99 рублей. Здесь вот такой держатель, сейчас я его покажу, я вытаскивать не буду. Вот такой, вот там карандашик, смотрите, вот так вот выглядит. Здесь можно, когда у вас какая-то хорошая мысль приходит, во время чаепития, вы можете на этой кружке написать, что-то записать для себя, черновик, потом перенести куда-то все ваше продуманное. Вот такой вот, да. На этом можно бокальчики писать. Вот здесь. Производитель Kitchen, Китай. Вот они стоят вот здесь. Так что, если кто-то не заметил, приходите и берите. Тут надо аккуратно все проглядывать, рассматривать. Бокалы с надписью 99 рублей. Kitchen, да. Так, 540 миллиметров. Вот такой красота. Разные расцветочки. Так, вот эти мне понравились. Смотрите, такие. Сейчас размер Kitchen. Kitchen, да. Так, 230 миллилитров. Так, состав стекло. Смотрите, какая красивая. Так, и вот это за 55 рублей.
Вот такие тоже. Тоже Kitchen. 390 миллиметров. Смотрите, какие красавицы. Матовое стекло здесь и вот такая выбитая. Смотрите, красота. Правда красивая? Так. И вот 77. Вот такой бокальчик. Сам черный. Там вот такого цвета. И вот, смотрите, зеленый такой. Это темный такой. Синий. Так, 350 миллилитров. 77 рублей. И вот такие бокальчики. Вот так подъехали. Вот этот красивый. Очень красивый. Так, размер. Сейчас скажем. Так, 420 миллиметров. Так, состав фаянс. Нет, не фаянс. Сейчас, секундочку. Да, фаянс. Я правильно прочитала сразу. Так. Вот такие вот у нас здесь бокальчики. Ой, море туалетной бумаги. Два слоя. Вот такая туалет. Три слоя туалетная бумага. Да. 99 рублей. И это 99 рублей. Ну все, пока-пока. Счастливо всем. Всего хорошего. Хороших выходных. Здоровья и благополучия. Спасибо вам, что вы посещаете мой канал. Я буду радовать вас.